Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем обзор модов для Farming Simulator 19. И в этот раз у нас неплохая моделька. Это ГАЗ. ГАЗ-53. И наконец-то, ребят, наконец-то хоть что-то стоящее. Реально неплохая модель. Можно поменять цвет кузова. Нет, цвет облицовки. Облицовки чего, я извиняюсь. Так, хорошо. Пока трогать цвет не будем, разберемся с этим дальше. Стандартно 115 лошадиных сил, 90 литров бак, скорость 90 км в час и вместимость 5400 литров. Можно увеличить на 8700, и смотрится это, ну, хотя бы как-то красиво, да? Далее. На 14200 это уже ближе к реалиям, да, то есть это уже поинтереснее, более-менее к большому полю можно присуетить. Ну и в принципе все. И, ну, маловато, но все же. Поэтому давайте оставим вот так. Цвет облицовки я лично не знаю, что это такое. Цвет кузова можем поменять, но оставим стандартно. Все вроде бы красиво. Цвет обода. Цвет облицовки 2. Ага, вот значит, ребят. Вот значит у нас где облицовка-то. Ну, ну а еще. Кстати, я вроде... Ага, это... Вот, ребята. Это вот тут вот все это дело меняется. Ну, вот тут вот красит по бокам. То ли внутри, не могу понять. Ну, в общем, давайте оставим вот так. Ага, и основной цвет, собственно, тоже можем поменять на что-то красивое. Ну, прикольно, прикольно, но оставим все по стандарту, он и так у нас красавец, молодец. Так, что можем выбрать дальше? Выбор колес. Ну, такой обширный выбор, я бы сказал. Давайте поближе. Не, ну, прикольно, прикольно, мне нравится. Так, оставим эти. И выбор маски. Ох, не, ну это серьезно. Ё-моё, я таких зелов и не видел, честно говоря. Он реально вот, ну, блин, прикольный. Реально прикольный, мне нравится. И далее, что у нас? Выбор номера. Можем поменять номерной знак. Ну, я думаю, ему черный. Черный к лицу. И выбор двигателя. Двигатель, значит, у нас стоит стандартный ГАЗ-52. Двигатель ЗМЗ-53. Дает нам 115 лошадиных сил. Ага, и все. Ну вот давайте все-таки пошустрее его поставим. Ну, прикольно. Был бы вот еще чуть-чуть вместительно, если бы до 20-ки доставал бы. Реально вот использовал бы на своих полях. И вот в топ реально можно продвинуть. Но, подождите, мы еще на нем не катались. Возможно, я ошибаюсь. Собственно, вот ЗИЛ. Внутри красиво, ребят. Красиво, мне нравится, слушай. Прикольно. Все работает. Спидометр. Спидометр тоже работает. Все классно. Так, хорошо. Что мы можем с тобой сделать? Сторона разгрузки. Выбрать зад, лево, право. Тут хоть есть сигнал. Да и все, ребят. Все, в принципе, больше ничего. Ничего мы с ним сделать не можем. По разгону. Ну, такое себе. Блин, ребята, вот управляется, ну... Я бы не сказал, что песня вот очень долго руль возвращается. Но в целом, очень-очень даже неплохо. А ну, давайте резкий поворот. Не, ну, нормально, нормально. Да и летать на нем так не летали еще в жизни. Не, мне нравится. Реально классный ЗИЛ. ЗИЛ. ГАЗ. ГАЗ-53. Господи, я с этими... ГАЗ, ЗИЛ, я уже начинаю путаться. ГАЗ-53. Реально классный. Классный, прикольный. Ну, вид имеет. Ладно, ребят, в принципе, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч.